В Чебоксарах полицейские задержали молодого человека, который дважды проник в чужую автомашину ради забавы. На ней он решил прокатить своих друзей. О необычном угоне наши коллеги из пресс-службы МВД Чувашии. ВАЗ-2114 в черном кузове была угнана в начале мая. Хозяин припарковал ее возле жилого дома по улице Кадыкова, откуда ее благополучно увели. На этих кадрах 14-я заезжает на АЗС, чтобы заправиться перед ночной поездкой. Пропажу железного коня автовладелец заметит лишь под утро и обратится в полицию. Были проведены мероприятия, ориентированные наружные наряды, наряды дорожно-патрульной службы, в результате чего автомашина была обнаружена также на территории Новоюжного района, то есть злоумышленник, покатавшись на ней, оставил ее без присмотра. Однако машина и во второй раз привлекла внимание злоумышленника. Спустя несколько дней, как ее вернули владельцу, 14-ю вновь навестил 25-летний житель Чебоксар. Правда, во второй раз развлечься не удалось. Машина отказалась заводиться, а сам нарушитель был пойман полицейскими с поличным, когда пытался запустить двигатель с толкача. Сотрудниками полиции за что задержан? Пытался угнать автомобиль. Хотели поездить. В итоге она не заводилась, начали толкать. В итоге завели? Нет. Вообще не заводили? Вообще не заводилась. В настоящее время молодой человек под подпиской о невыезде. По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Чебоксарцу, который в 2010 году уже привлекался к ответственности за кражу, грозит до 5 лет лишения свободы.